Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – маникюрный салон «Ольга». Улица Пугачева, 25, третий этаж, офис 308. На улицах нашего города можно увидеть вещи, от которых могла бы быть реальная польза. Но по разным причинам пользы от этих вещей нет. Например, как здесь. В нижней части города, на берегу реки Сывлы, установлены сушилки для белья. Но белье здесь, как видите, никто не сушит. Во-первых, деревья, во-вторых, ну, грязь не позволяет. Ну, неудобно, даже ветром может сдуть в речку. Мы считаем, что здесь невозможно будет сушить. Вполне вероятно, что люди сейчас не сушат белье на улице всего того, что его попросту могут украсть. Но и в таком виде толку от этой мелочи нет. Хотя трубы эти можно приспособить и в другое место. В нижней части города есть домик, который скрыт от глаз. Спрятался он среди многоквартирных домов и частных гаражей. А уникален он своим адресом. Если приглядеться к адресной табличке, то можно увидеть ошибку. Как видите, дом стоит не на улице коммуны, а на улице коммуна. Вот и получается, кому на, а кому не на. Может и мелочь, но мелочь с ошибкой, из-за чего выглядит смешно. Дорожный знак «Пешеходный переход» очень важен для участников движения. Был такой и здесь, на улице Труда. Но из-за чьей-то пакости сейчас его здесь нет. Очень опасно. Объясню более подробно, чем опасно отсутствие такой мелочи, как знак «Пешеходный переход». Дело в том, что с этой стороны мы его видим. А значит, человек с полной уверенностью может спокойно переходить через улицу. А вот водитель этот знак не видит. А значит, мелочь эту необходимо вернуть на свое законное место. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика Нагорный». При заказе натяжного потолка каждый 7-й метр в подарок или потолок в ванную или туалет бесплатно. Телефон 236-36.